Дальше. 100 метров прошли, уже ноги болят, коленки уже отваливаются. Должны были выйти в 5, а Лёша уже в 4 стал уходить. Нет, здесь полегче, как хорошо идти, гуляешь. Вот, как в лесу сосна у нас, в Ильинке. Видео пошло? Ага. Вот, мы пришли в деревню Самария. Прошли 7 километров. Уже такие, немножко уставшие. Но зато можно посмотреть на мои ботинки. Когда я выходил, они были черные. И какие они сейчас. Вот прям просто посмотреть. Они серые. Я не знаю, их видно? Вот. Там сейчас немножко отдохнем. Посидим, перекусим, попьем водички, наберем, заправим байки. Пойдем дальше в ущелье. Баки, лошадь карта. Loneliness is watching me.